Интернет-борьба. Многие зарабатывают тем, что люто, бешено, решительно борются с ненавистным режимом, взяточниками, олигархами и, главное, борются исключительно в интернете. Тут возможны следующие варианты. Мужик, купи кирпич. Суть этого нехитрого метода состоит в создании сайта или целого портала, где поносят какую-то персоналию или организацию, а где же профит? Спросите вы, а он состоит в том, что такой сайт можно выгодно продать тому, кого поносят, не возбраняется также простое удаление неудобных кому-то материалов, не безвозмездно, разумеется, молодая. Быстро развивающаяся радикальная организация борется с режимом, вот только она немного бедная, два и очень хочется бойцам кушать, 500 рублей могут спасти гиганта мысли для этих целей. Как правило, создается целое кольцо ресурсов, чтобы показать видимость присутствия мощной и очень сплоченной команды озлобленных мужиков, комрадов и похуй, что IRL нет этих самых мужиков. 3. Главное, что под эту лавочку заокеанские наивные всякие ЦРУ и прочая MI6-4 готовы платить вполне себе бабки, надеясь в дальнейшем извлечь из этого свой профит. Борьба с режимом же. Поддержка правительственных, корпоративных, научных, православных и так далее на начинаний в этой стране, создание и поддержка сайтов различных правительственных учреждений. Само собой разумеющимся последующим распилингом и откатингом, организация DOS-атак во имя борьбы со страшным фашизмом и прочими проявлениями предыдущей борьбы с режимом кулхацкиры. Такие кулхацкиры, написание патриотических статей и прочей хуиты, троллинг борцов с режимом на их уютненьких форумах и в их дневках, да, анончик, на этом тоже можно заработать. Блогинг, род интернет-деятельности, схожая с предыдущими, но отличие состоит в том, что этим занимаются, как правило, в частном порядке. Камфхоринг – это способ заработка, схожий с хиппесом, но, в отличие от него, более честный. В обмен на денюжку самка пошлякает или покажет молочные железы, а также, разумеется, и все остальные сладости типа фистинга во все отверстия, пригодных к оному. Игр с дилдами при наличии приличного количества бабла, киберсквотинг и доменинг, так называется регистрация свободных блатных доменов с целью дальнейшей продажи. По простой схеме делается это так, с помощью сервиса, который предоставляет списки недавно освободившихся доменов, находится красивое, короткое или просто легко запоминающееся имя. Потом нужно занять этот домен и найти идиота-владельца какой-нибудь компании, который согласится купить это сочетание букв за сотни нефти. Выгоднее всего продавать пиндосам домены в зоне .com, содержащие какое-нибудь буржуйское слово или название. Сюда же можно отнести и тайп-сквотинг. Продажа ссылок создается многостраничный говносайтик, но не на народе. Покупать домен нужно обязательно. Затем наращиваются пузомерки сайта, чем выше тиц, тем больше профита, ну а после того, как все готово, можно присоединить к этому сайту продажные ссылки от SAP, XAP или другой биржи ссылок. После чего оптимизаторы будут покупать ссылки с этого сайта, но нужно быть предельно осторожным, одно необдуманное движение и говносайт может попасть под агас Яндекса, главное похуй. Что сайт на 100-500 странице выдачи поиска, лишь бы он был в индексе, фотобанк, казалось бы, что может быть проще, загружаешь десяток балдел-фоточек и их покупают богатые буржуи. Но тут внезапно на большинстве микростоках вылезает экзамен, который 95% желающих успешно зафилят. На фотобанках без экзамена ситуация лоха тоже не порадует. Ибо продать хоть что-то можно только обладая руками, растущими из верхних плеч и головой, пропоченной под необычную для школьника задачу мыслительный процесс. Также необходимо понимание особенностей восприятия человеком цветовых сочетаний, компоновки изображения, недурственно иметь навыки предметной съемки.
Реальное бабло будет капать на счет 5 только при наличии более 9000 замечательных фотографий и картин, кое без многих-многих лет задрачивания создать невозможно. Фарма суть проста: впариваешь пиндосом таблеточки по охуенным ценам и получаешь профит. Как правило, фарма неразлучна с дарвями. Пиндос ищет таблетку, попадает на дарвей, кликает по рекламе шопа и покупает ее. Цены в таких шопах зашкваливают все разумные пределы. К примеру, фосфолюгель, продающийся в наших аптеках по 200 рублям за пачку, можно купить за $20 США, и это еще не предел. Сильно доставляет утверждение на шопах о том, что они покупают лекарства в дешевых странах. Продолжение в следующем видео. Internet fighting mania and by fiercely, furiously, resolutely struggle with the hated regime, bribe takers, oligarchs. And most importantly, they are fighting exclusively on the internet. Here the following options are possible: man, buy a brick. The essence of this simple method is to create a website, or a whole portal, where some kind of person or organization is being reproached. And where is the profit, you ask? And it consists in the fact that such a site can be profitable to sell to someone who is reproached. It is also not forbidden to simply remove materials that are inconvenient to someone, not gratuitously, of course. A young, rapidly developing radical organization is struggling with the regime. But she is a little poor, too, and she really wants to eat. 500 rubles can save a giant of thought. For these purposes, as a rule, a whole ring of resources is created, to show the appearance of the presence of a powerful and very cohesive team of embittered peasant comrades. And fuck that the IRL is not these same guys. 3. The main thing is that for this shop, overseas naive all sorts of CIA and other MI6, 4, are ready to pay quite a bit of money. Hoping in the future to extract from this their profit, the fight against the regime. Support for government, corporate, scientific, orthodox, etc. Nanotechnology in this country, creation and support of sites of various government agencies, with self-evident subsequent raspiling and oat-cutting. Organization DDOSOTAK in the name of fighting the terrible fascism and other manifestations of the previous struggle with the regime, KUL Kahatiskas, such cool hackers. Writing of articles of positriotics, and other Hewitts. Trolling fighters against the regime on their cozy forums and in their days. Yes, and on chick this can also be earned. Blogging, the genus of internet activities, is similar to the previous ones, but the difference is that this is usually done privately. Cam whoring, this is a way of making money similar to hypes, but unlike him, more honest. In exchange for denuchku, the female will send a show the mammary glands, as well as of course and all other sweets such as fisting in all holes suitable for this. And games with dildos in the presence of a decent amount of dough. Cyber squatting and home owning, this is the registration of free thieves domains for the purpose of further sale. A simple scheme does this, using a service that provides lists of recently released domains. There is a beautiful, short, and simply easily remembered name. Then you need to occupy this domain and find the idiot of the owner of some company that agrees to buy this combination of letters for hundreds of oil. The most profitable way to sell pindosum domains in the calm zone, containing some bourgeois word or name. This can also include type squatting, selling links, a multi-page governor satic is being created. But not on the people, it's necessary to buy a domain. Then build up the Puzzo Murky site, the higher the TCI, the more profit. Well, after everything is ready, you can attach to this site sales links from SAPE, XAP or another link exchange, after which the optimizers will buy links from this site. But you need to be extremely cautious, one thoughtless move, and the governors it can get under the Yandex AGS.
The main thing is that the site is on the stop search page of search. If only it was in the index photobank, it would seem that it can be simpler. You load a dozen of dolphins and buy them, rich bourgeoisie. But here, extremely on most microstocks, an exam comes out, which 95% of those who wish successfully is affiliate on the photobanks without the exam. The situation of LOHA2 will not please, because you can sell something only if you have hands that grow from the upper shoulders and head patched up for the unusual task for the student thought process. It is also necessary to understand the features of human perception of color combinations, the layout of the image. It is not bad to have the skills of subject photography. Real loot will drip into the account only if there are more than 9,000 wonderful photographs and pictures, which without many, many years of Zadra Shivania create impossible. Farmer, the point is simple. UV Paravayish Pindosum tablet Ochki for a fucking price, and you get a profit. As a rule, the farmer is inseparable from doorways. Pino's looking for a pill. Gets on the doorway, clicks on the advertisement of the shop, and buys it. Prices in such shops Zash Valive at all reasonable limits. For example, Phosphalugal. Sold in our pharmacies at 200 rubles per pack, you can buy for $20, and this is not the limit. Strongly deliver statements on the shops about the fact that they are buying drugs in cheap countries. Continue to the next video.